прекрасное питерское утро. Времени 4 утра. Я уже, ну, можно сказать, просыпаюсь. Чуть пил чайник. Прекрасные цветочки. Моему дню рождения. Красота. Но картина – это моя подарочек мне на день рождения. Так, у меня день рождения 8 декабря 2020 года, вторник. Не забудьте поздравить снова Александра, Григория, Климента, Николая, Петра. Ну и, конечно же, меня. Кто забыл? Кто забыл? Поздравьте меня. У меня сегодня день рождения. Как говорится, юбилей. Я сегодня не буду есть овсянку, потому что день, ну, скажем так, необычный. Хотя каждый день необычный. Но такой раз, можно сказать, в 50 лет. Почему-то у меня выключен комп. Странно. Всегда включен, сейчас выключен. Не понимаю, почему. Сегодня я буду, знаете, что есть с утреца. Ну-ка-то катайтесь. Оливье. Очень люблю оливье, и оно из грибочков, не из колбасы или мяса, оно вегетарианское. Я его еще не пробовала, потому что сделали его вчера часов в 11 вечера, подруга сделала, я уже спала. Я уснула часов 8 вечера. Вот. Ну давай, включайся. Я пока оливье положу. Подвис конкретно так долго загружается вообще. Ну, давайте подключить. У меня всегда оливье. Это день рождения или Новый год. Ну вот, начинается. Такое оливье. Очень миленько порезано. Класс. И пахнет вкусно, свеженьким. Красота. Ладно, подключить. Да, молодец. Хороший мальчик. Как только я его пожалела. Всем не хватает любви, мои родные. Так, мой завтрак. Оливье. Водичка с имбирем. И с лимончиком. Что там у нас интересно? Посмотрим. А, еще и утра-то не было. Меня уже все поздравляют. Прикол. Красота.
кошечка моя. Это она маленькая. Вот она. Со своей сестричкой от другой мамы. Они родились примерно в одно время. Вот она. Моя Катюшечка. Все говорят, на меня похоже очень. Моё солнышко. Вот мне стих Ксения подарила на день рождения. С днем явления пусть сбывается все. 4. Почти что закончилась ночь. А Валя рожает любимую дочь. Валя — это моя мама. Малышка здорова, малышка красива, а мамочка хочет, была чтоб счастлива. Ирина, так доченьку я назову, в обиду ее я не дам никому. Так детство Ирины в тепле и добре с любимой мамой проходит везде. Вот юность случилась, любовь приключилась, героем романа Валера в ней стал. Любить у Ирины ведь дух не устал. Дочурка растет, и как мама Ирина, а Ика есть мама, легка и ранима. Но вот на работе, трудясь как всегда, Ирина познала Мухаммеда. Роман закрутился стремительно очень, и вот уж Ирина в Ливане под очи попала к шейху деда отца, и деток рожала она без конца. Замечательный стих. Сыночков Османа, сыночков Осман, Соломон, что есть Сусик, и дочку Катюшу, свой солнечный лучик. Но жизнь так сложилась, в России она сейчас проживает и светом полна. Познала она много грани Творца и стала любовью от Бога Отца. Спасибо, Ксенечка, большое. Еще прислала мне, по-моему, зарядку или что это, не знаю. Песенку можно послушать. Сейчас слушаю. Класс. Анна Вески. Радоваться жизни с тобой. Спасибо, Ксения. Очень приятно. Красота. Еще меня поздравил Фаиль Субаков. С днем рождения вас поздравляю. Желаю вам всего самого наилучшего. И Светлана тоже поздравила меня, Губерская. Вот. Так это 4 часа утра. Красота. Сейчас посмотрю. Это я на Facebook пришла посмотреть, что тут. Я сюда вообще не люблю заходить, потому что как только захожу, мне начинают сразу все звонить.
видеозвонкам. Ну, тут тоже меня поздравляют стихами. Ириша, с днем рождения, сюрпризов, подарков, солнца, улыбок, света, благополучия. Пусть сбываются все, что ты пожелала. Здоровья, вдохновения, радости. А радовать нас своим творчеством и твоим присутствием. Любим тебя. Спасибо, Наташенька. Я вас всех люблю очень. И Людочка тоже поздравила. Ирина, дорогая, с днем рождения. Пусть все твои начинания будут успешными. Друзья настоящими. Жизнь яркая и насыщенная. Много здоровья и любви. Спасибо, Людочка. Спасибо всем, мои хорошие. Димка, Ириша, с днем рождения, всех благ. Спасибо, мой хороший. Ой, Людочка меня поздравила. Ирочка, прости, не знала, что у тебя день рождения. Да, у меня интернет отключали. Я тебя поздравляю, моя хорошая, от всей души. Тебе желаю крепкого здоровья, счастья. Я тебя очень люблю. И целую, моя Иришка дорогая. Спасибо, Людочка, я тебя тоже очень люблю. Спасибо большое. Ира посмотрела видео, и, если честно, то защемило сердце. Поздравляю тебя с днем рождения, очень хочется тебя поддержать. Спасибо, Светочка, спасибо большое за поддержку, за то, что вы все есть. Асим, happy birthday, sweet heart, не знаю, что такое. Sweet, я знаю, сладкое. В общем, спасибо всем, мои родные. Так вот у меня начинается утро. Люблю вас. Буду сейчас завтракать. Потихонечку просыпаться и на работу. Потащу тортики. Я вам показывала уже тортики свои. Да, наверное, показывала. Сейчас еще покажу. Вот, смотрите, такое. Вон, этот, как его? Бейкер. Говорят, что хороший. Не знаю, этот тоже. Вот, два тортика потащу на работу, потому что они не очень большие. Казалось, что одного будет мало. Или я, как всегда, перестраховалась. Там уже кто-то ходит. Сейчас пойдем. У меня пройдет 2 часа. Ну, у вас... наверное, секунда. Люблю вас, мои родные. Всем приятного аппетита, кто кушает. Побежали. Собиралась. Уже время 5:07. Мне в 7 надо на работе. Хотя, может быть, уже и без 3. Ну, как говорится, поспешишь,
людей смешишь. Так что спешить не будем, мои родные. Потому что мы с вами не опаздываем, а задерживаемся. Мы самые главные сегодня и всегда. Все вот у меня тортики. И так неудобно все. У меня еще в голове там мантра звучит. Ум. Давайте я хоть с вами поздороваюсь. По традиции. Доброе утро. Доброе прекрасное утро. Спасибо вам всем за поздравления. У меня их уже целая куча. В личных сообщениях и на стене, и вообще везде. Очень-очень люблю вас, мои хорошие. Вы мои искорки. Бога. Спасибо, что вы есть. Ладно, побежали. А, спросили у меня вчера тоже, какого года рождения Катечка, моя дочечка младшая. Она 2003 года. Я ее родила в 33 года. А сегодня мне 50 лет. У меня, как это называется, о, сколько картоночек у него. Юбилей, во, забыла, как это слово называется. Вот так вот. Надо шапку, капюшон надеть, потому что мороз. И солнышко сегодня будет. Я это чувствую, потому что на небе вон эти звездочки и луна видна. О, меня ждет зеленый свет. Побежали. 3, 2, 1, 0. Пуск, луна. Привет. Такое волшебное утро 8 декабря 2020 года. Какие яркие звезды. Я не знаю, я бы увеличила, но я боюсь, что видео пропадет. Хотя в нем ценного ничего такого нет, кроме ваших поздравлений, которые я вам читала. А, холодно. Сейчас надену капюшон. Фух. Надела. Там огоньки наверху. Видите? Украсили уже. Ху-ху. Холодно. Штаны продуваются, хотя они и очень теплые. Жесткие. Наверное, надо еще какие-то подштанники подевать в такие-то ветра и морозы. Хочется стих прочитать. Прямо в утро. Давайте прочитаю. Письмо Татьяны к Онегину. Я к вам пишу. Чего же боли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю. Вашей воле меня презрением наказать. Ведь вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы б не оставили меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда. Когда б надежду я имела хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить и потом все думать, думать об одном и день и ночь до новой встречи. Говорят, вы нелюдимы. В глуши, в деревне все вам скучно, а мы ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас в глуши забытого селения? Я никогда б не знала вас, не знала б горького мучения, души неопытные сомнения, смирив со временем, как знать, по сердцу я нашла б друга. Была бы верная супруга и добродетельная мать.
другой. Нет, никому на свете не отдала бы сердце я. То в вышнем сужденном совете, то воля неба, я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся незримый, ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался давно. Нет, это был не сон. Ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила. Вот он, не правда ли? Я тебя слыхала, ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала или молитвой услаждала тоску волнуемой души. И в это самое мгновение не ты ли, милое видение, в прозрачной темноте мелькнул? Не ты ли с отрадой и любовью слова надежды мне шепнул? Кто ты, мой ангел ли, хранитель или коварный искуситель? Мои сомнения разреши. Быть может, это все пустое, обман неопытной души. Но так и быть, судьбу свою отныне я тебе вручаю. Перед тобою слезы лью, твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя единым взором, надежды сердца оживи. Иль сон коварный перерви, увы, заслуженным укором. Кончаю, страшно перечесть, стыдом и страхом замираю. Но мне порукой ваша честь, и смело ей себя вверяю. Такой вот у меня вам подарочек. Прочитала вам стих Александра Сергеевича. Да, это все, моя любимая. Я пришла. Прекрасного вам дня, волшебного вторника. Пусть у вас все-все-все получается. Очень люблю вас. Спасибо, что вы есть. Всем волшебства. Все, пришла. Пока-пока. Обожаю вас. И два тортика в пакете тащу. Все, пока. Пар сортает. Вообще жесткач.